Fuck. Ей. Отлично. Отлично, что мы в эфире. Сейчас у нас будут последние приготовления. Сегодня у нас будет не так красиво все. Но все равно, я думаю, выйдет весьма симпатично. Такс. Сейчас я вынесу все дашборды во все нужные места. Добрый вечер. Привет, Уткис. Сейчас Димка тоже подкатится. Димка будет на стриме, так что не пугайтесь этого. Того, что тут немножко тихо. Все хорошо. Так и должно быть. Так. Итак, значит, сейчас мы ждем, пока народ подсоберется. Отмечайтесь в чатике, что вы здесь, что вы живы, что меня слышно. Ага. Слышно, слышно. Ну вот, прекрасно, совершенно прекрасно, что слышно. Значит, Димка минут на 10 припозднится, все нормально, видимо, в ранке де радуги застрял, ничего бывает с каждым. Сегодня мы продолжаем стримить книгу-игру «Тайна капитана Шелтона» сейва. Значит, так. И у нас опять же будет голосовалка. Сейчас, секундочку. Так. Итак, да, у нас, значит, опять же будет голосовалка, у нас опять же будет выбор вариантов. Мы даем вам на каждый выбор вариантов 3 минуты. Мы играем с читами, и как вы помните, нас это не спасло. Мы сдохли феерически, еле-еле выбрались из петли в прошлый раз. Значит, я напомню, что, значит, последний сейф у нас был на 123 главе. Мы приплыли на архипелаг, нам надо было выбрать остров. Мы выбрали 13 остров и подохли. Так что туда мы ходить не будем. Поэтому, теперь напоминаю, у нас система такая, что... А для тех, кто не был на прошлом стриме по игре, пояснение можно. А потом... Thoughtful Droid подписывается уже 15 месяцев подряд. Спасибо, чувак. Дима ожидается, конечно, ожидается. Без Димы никак не получится, потому что он будет рулить голосовалкой. Но суть не в этом. Суть в том, что мы приплыли на архипелаг, мы подохли, мы сейчас откатываемся к выбору острова. И самое главное, что механизм у нас следующий. У нас сейчас сейф на 123 главе. Если вы хотите произвести сейф в каком-то месте, сейф у нас производится путем доната, в общем-то, любой суммы. Поэтому идем по ходу. Опять же, голосуем мы за варианты по ходу того, как у нас развиваются события. Некоторые варианты мы не голосуем. Добрый вечер, привет, чувак. Мы просто их пролистываем на автомате, читаем мы вслух каждую страницу с разбивкой по Дима Макс и так далее. Вот. У нас есть некоторые модификации в обвязке, и, наверное, я ее уже спокойно сейчас выведу. Вот, это у нас новая обвязочка. Сейчас я включу саундтрек, заодно мы послушаем, как идет музыка. Не мешает ли она? Так, музыка сейчас пошла. Я говорю, кораблик плавает. Вот. Каютку видно, все дела. Ага. А сегодня без хромака, менее понтово, потому что у меня фотик в ремонте. Вот. Надо было уже давно было сносить, так что я его отнес завтра утром заберу. Текст. Как слышно, как музыка, как шум, как микрофон, самое главное. То есть не перебивает ли меня это все. Мне нужен ваш фидбэк. А как мы на 13-м острове умерли? А потому что у нас предметов не было квестовых. Всем привет, Тимур будет? Тимур будет, наверное, не знаю, понять не имею. Дима будет, скоро-скоро. Здоров, Аболтус, привет, чувак. Нексенсу, все отлично, спасибо тебе. Вот как раз и отхотелось проверить.
В качестве саундтрека у нас сегодня играет музыкальное сопровождение совершенно замечательной игры «Пираты. Проклятие дальних морей». Вот, я думаю, это прямо очень хорошо подойдет к атмосфере нашего стрима. А самое главное, с копирайтами там все. Понятно. Как после посещения островов вы вернетесь к мельнице? Ну, как-нибудь вернемся. Стоило один раз страхнуть козу, и снова книга-игра. Всем здравствуйте. Да, всем привет. Мы сейчас ждем Дмитрия. Давайте я пока зачитаю страничку. Макс, ты же старый морской волк. Как сделать так, чтобы Твич не лагал? Способ включает в себя кабачок. На какой остров вы поплывете для начала? На первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый или тринадцатый? Вот, собственно, точка, где мы остановились. И голосовалка. Голосовалка. Так, голосовалка, голосовалка. Сейчас мы найдем. Так. У меня, кстати, актуальный виджет, к счастью. Вроде как я его обновил. Так, я действительно очень жду Диму, кроме шуток пары, потому что я не могу начать голосовалку без Дмитрия. Вот, это прям грустненько. Так, VPN включи. Что еще можно сказать интересного? Я думаю, точнее, я надеюсь, что сегодня мы книгу и игру пройдем, потому что мы вообще прошли достаточно далеко. Книга зависла. Нет, книга не зависла. С книгой все в порядке. Сейчас я вам это докажу. Все нормально. Перелистывается, как мы видим. Такс. Книга все не идет, и не идет, и не идет. Так, сейчас я, кажется, вспомнил, какой у нас оверлей. Сейчас я получу туда доступ. Угу. Так, куда плывем? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 12, 13. Сейчас мы сделаем голосовалку. Так, опять же, сейчас посмотрим старт-пул, посмотрим, что получится. Ага, все, голосовалка началась, да, я все, в общем, в итоге начал без Дмитрия. Это будет не так быстро, пока что. Итак, куда мы плывем? Мы запустили голосование. И вам надо голосовать следующим образом. Вы нажимаете в чат, и вы пишете в чат соответствующую цифру, варианту. На какой остров мы плывем? У вас есть 3 минуты на то, чтобы, что называется, определить наше замечательное, чудесное будущее. Итак, куда же мы двигаемся? Ха-ха, юнги! Так, мы ждем. Смотрите, кто-то еще 13-й пишет. Не сдаются люди, а ничему их жизнь не учит. Ну, 3 минуты многовато. Давайте для первого голосования, я думаю, нам хватит 2 минут. И мы закроем голосовалку. А где Юнга? Юнга в бочке. О, в кабачке. Да. В кабачке. Так, ну, в принципе, у нас пока побеждает вариант 1. Такс. Итак, 2 минуты. 2 минуты прошло. А финиш пул. У нас 30 голосов. И победил вариант. Скучали 1. По мне. Ха-ха-ха! Привет! Я уже. Здравствуйте. Я уже провел голосовалку и плывем на первый остров.
Ага. Перехватывай, пожалуйста, ее. Сейчас я... У меня ссылка, у меня пришли. Так, ты что забыл? Абсолютно неподготовленный я сегодня к стриму, так что... Не ты понял. Сегодня это... Вот. Сейчас я тебе скину, где у нас этот... Так. Тебе скинуть, да? В запрещенный мессенджер, пожалуйста. Спасибо. Хорошо, Дмитрий, запрещенный мессенджер, так запрещенный мессенджер. Я опять же напоминаю, что сейвимся мы старым добрым способом, донатиком. Так, значит... Мы с какого места начинаем? Мы выбора архипелага. С островов. Да, и мы плывем островов. На первый остров. Ага. Вы выходите на каменистую отмель острова, и сразу же вас подстерегает опасность. Свои владения от непрошенного гостя защищает носорог, который весьма недоволен появлением незнакомца. Он смотрит на вас своими маленькими глазками, а потом, увеличивая скорость, несется так, что вы едва успеваете отскочить, пропуская огромную тушу мимо себя. Если у вас есть рог рыбы-единорога, протрубите в него. В противном случае придется вступить в хватку. Так, у нас есть рог. Так, а напомни мне, что у нас есть вообще? У нас есть меч, медальон, рог рыбы, диадема, фигурка, позвать дельфина, рыба, молот, одна еда, бубенчик и 8 голдов. Так. Ебать, мы там понасобирали-то, а? Да, а поскольку у нас есть рог, точнее, да, рог. Рог рыбы, мы минус 25, а 248 это у нас сколько будет? Я не очень силен в математике. Так. Так, 223. 223 глава. Нет, уверен? Так, ага. Ну да. 223, не вопрос. 248 было? Да. Минус сколько? Минус 20. Минус 20. Минус 35. Минус 35. 213. Так, нам занесли. Значит, Доскодер занес 500 рублей. Привет с Туманного Альбиона. Здравствуй, чувак. Ты никогда не выберешься с этого острова. Что ты забыл? Британия — это остров. Промахнувшись, носорог тормозит за вашей спиной всеми лапами, едва не свалившись в море. Вы же резко оборачиваетесь и трубите в рог. Красный огонь в его глазах потухает. Теперь он скорее похож на домашнее животное. Уютное и давно-давно привыкшее к хозяину. Носорог сможет сослужить вам добрую службу. Если вам вдруг понадобится, достаточно протрубить в тот же самый рог. Так, теперь смотри. Минус 363 надо. Чтобы... Так, рог минус 363. Носорог мы записываем. Как дела? Все нормально? Это опять тайна мельницы убийцы? Да, подводной мельницы убийцы. Так, на минуточку. Это тайна, на секундочку. Это тайна Юнги. Ты, кстати, заметил, у нас карта в обвязке появилась? Ей. Значит, мы сейчас на первом острове. Если что, это карта архипелага из книжки. Затем, не теряя времени, вы покидаете остров, проведя на нем всего 20 минут. 13 параграф. Мы не будем отсчитывать время, а то мы заебемся, честно. Я тоже согласен с этим. На какой остров идем? Давай, так, голосовал. Давай. Все то же самое, со второго по 13. Первого у нас нет. Так, значит, я сейчас пишу, на какой остров идем. Значит, варианты. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Также 2 минуты. Старт. И голосуем. Да. Да-да-да-да. Так, кстати, если вы хотите засейвиться, самое время это сделать. Так. Ух, распидорасил, голосовал, кто у нас, класс. Она не... А ты поменял что-то, что ли? Нет. А что? Ну, окей, ладно. Она по-другому выглядит или что? Да не, она так же выглядит, просто реально не влезла. Бывает, хер с ним. Она слишком здоровая, да. Засекаем. Я, кстати, предлагаю... Угу. 13-й пункт убирайте. 13-й остров уже последний, мы на него в прошлый раз ходили. Нет, понимаешь, если люди хотят тупить, пускай тупят, не лишай их этой возможности. А, ну, хорошо, ладно. Так, значит, агась. Вывели барсик, скочит смерти. Дима Юнга и Боцман. Еще мы в кабачок не зашли, все нормально. Итак. Так, сколько мы ждем? Минуту? Минуту? Или 2 минуты? 2 минуты. 2 минуты, хорошо.
Е-е-е-я! Ну, пока у нас лидирует второй остров. То есть люди решили по порядку идти. Ну, да, просто да, видимо, да. Видимо, у нас хронология, в общем. Я, кстати, могу сказать, что в этой книге хронология не работает. У меня для вас плохие новости. Мы просто это, как Том Круз на прошлом стриме, оказались во временной петле. Около мельницы убийцы. А около русалки, которая постоянно нас отправляла. На одно и то же место. Ведущим надо вообще принять... забавно, что... Вот чувак, который придумал всю эту историю, он же это в голове наверняка все держал. Ну, у него явно блок-схема была какая-то, скажем. Или какая-нибудь блок-схема. Нет, если бы у него была блок-схема, то никаких бы лупов из семи залуп там бы не было, понимаешь? Думаешь? Мне кажется, что он просто балды все это писал. Не удивлюсь, если честно. Принимаю принимать по пиву за каждый остров. Мы очень быстро сопьемся, я думаю. Да, нам и повод-то не нужен. Так, куда плывем? Так, и в голосовалке у нас побеждает остров номер 2. Всего проголосовало 12 человек. Отлично. Читай. Остров номер 2, 16 параграф. Выбравшись на остров, вы попадаете в самый центр военного лагеря. Неизвестно, что это за воины, друзья они или враги. Мгновение ока вас обезоруживают и ведут к высокому бородатому человеку в малиновом камзоле и зеленых панталонах. «А это ты, Юнга?» Ужас какой. На самом деле нет, но... А прикиньте, это было бы так. Ну вот это было бы весело. Ужас. Слушай, а где вероятнее всего. Да, что? А где Джон? Он все еще жопой кверху плавает? Да, я думаю, да. Вероятнее всего, это их предводитель. Ведь на нем единственным из всех нет кирасы. К тому же доставившие вас войны почтительно склоняются перед ним. Он приказывает освободить вас, приносит свои извинения и предлагает разделить с ними трапезу. Примите это предложение или скажете, что торопитесь, попытаетесь узнать, кто это такой. Я, кстати, напомню, так, что у нас время не учитывается. А, да? Ну, мы решили есть, же спокойно... читернуть, если что. Ну, потому что это просто так, очень сложно что держать. Что делаем? Принимаем... Едим? Угу. Или не едим? Или узнаем, кто это. Угу. Узнаем, кто это, и торопимся. Бам. Давай, голосовалка, голосовалочка, работай. Я только сейчас понял, что голосовалка закрывает мой еблет, и я ее немного подвину. Давай. Ага. Так. Вот так я ее подвину. Так, и мне надо выключить вот этот слой и нажать кнопку переход. Вот так, наверное. Ну, слушай, народ как изголодался, я смотрю. Угу. Пацаны, я тоже не ужинал, все нормально. А вдруг это каннибал какой-нибудь? Вы об этом не подумали? Ну так-то вот, просто на секундочку. Даже в голову это не приходит. Так. Таинственный остров с непонятными... Знаешь... С неведомым, который топит корабли. Говоря со скелетами про... жившими, с русалками, со всем-всем. А люди такие, ой, надо пойти пожрать. Ты знаешь, я сегодня как раз специально под этот стрим начал читать про парусные суда. Ну, знаешь, так, из серии, чтобы что-нибудь интересное рассказывать, пока мы голосуем. И нарвался на описание парусной оснастки такелажа, да, как, собственно, управляется судно. И ты знаешь, как же я люблю БТС. Вот они слева направо. Ватерштаги, Ватербакштаги, Мартинштаг, Утлигарьбакштаги, Мартинштаг от Бум Утлигаля, Бум Утлигальбакштаги, Фокштаг, Фокванты, Фокостьштаг, Фокстеньванты, Фокостеньштаг, это... Фокбамстеньванты, Форстеньштаг, Форстеньфордуны, Кливерлеер, Бомбрамстеньфордуны. Я у тебя понял, все, спасибо, спасибо, все, успокойся, все хорошо. На каковском, на голландском вся эта история? Ну, на морском. На голландском, наверное. Ну, короче, это морской пиджин, грубо говоря. Так, здравствуйте, это подкаст про БТС. Да, мы не знаем, как пачить КДЕ-2 под FreeBSD.
Ёбаный Пётр, который спиздил парусный флот у голландцев, а не у британцев. Да, да. Привет ведущим. Вопросы. Кто смотрел из вас Ганнибал с Матсом? Как вам Kingdom Come? И ждет ли фильм по Breaking Bad? Ганнибал смотрел я. Он очень красивый, но достаточно пустой. Kingdom Come мне понравился. А Breaking Bad, ну, конечно, ждем. Так. Я думаю, можешь заканчивать, да, голосовалку? Да, сейчас я нажму. Давай. Давай, я читаю. В голосовалке побеждает вариант «Едим». Угу. 25 человек проголосовал за него. Угощают щедро. Можете восстановить 6 выносливостей, если бы мы за этим следили. Фигай себе. За едой вот предводитель рассказывает историю своего народа. Вы узнаете, что когда-то в давние-стародавние времена королевство, где они жили, было разорено воинами злого чародея Барла де Берта! Это, если кто не помнит, это чародей, который был в подземелье Черного замка. Это книжка, которую мы первые играли. Брославский Cinematic Universe! Да-да-да-да. Король, его прапрапрадед, был убит, а корона с жемчужинами, главная ценность которой дорожили все его семье, досталась черному магу. Барло Дерт не стал ее носить, а жемчужины вынул из короны и продал, чтобы на вырученные деньги купить новых наемников. Блин, я вообще охренел. Сразу видно, советский человек писал. Практичный очень, да? Вот фэнтези, написанное в Советском Союзе. Узнав об этом, его прапрадед, ставший королем вместо отца, поклялся найти все жемчужные. Но сделать этого не смог. Идут века, и каждый старший сын короля в день своего совершеннолетия произносит священную клятву. В свое время произнес ее и ваш собеседник. Поиски жемчужин забросили его с товарищами на этот остров, где они решили отдохнуть перед тем, как двинуться дальше. Если у вас есть жемчужины, то отдайте их потомку древних королей. Если же нет, то поблагодарите его за гостеприимство и покиньте остров. У нас нет жемчужин. Кстати, вот интересно, где бы их найти? Mm-hmm. Так, на какой теперь? На первом мы были. Так что варианты с 3 по 13. Сейчас сделаем. Надо уже это голосовалку как-нибудь сохранить, блин. Хозяйственный был черный властелин. Нет, мне очень нравится. Вынул чувак, у которого собственный замок. Он злой лорд, он вынул жемчужины, чтобы купить новых наемников, потому что капитализм никого не щадит. Угу. Не, ну это просто, так, знаешь, ну... это я честно скажу, было внезапно. Ты можешь голосовалку подчатывать? Сейчас не вопрос. Вообще не вопрос. Угу. Пам. Сделал. Ага. У меня тут просто уже хорошая сцена заготовлена. Народ опять голосует по порядку. Слушайте, чуваки, я чувствую, мы еще намучаемся с этой историей. О, да. Ну это же классика. Сейчас мы попадем в какой-нибудь этот. В какой-нибудь бутлуп из семизалу. Считается, что мы можем попасть на какой-нибудь остров, где лежат эти блядские жемчужины. Практически в этом уверен. Да. Ладно, ладно, четвертый пропустим. Так, у нас третий, да? Третий и пятый пока между собой гоняются. А на карте реальное расположение островов? Ну, по крайней мере, карта взята из книжки. А я верить... думаю, никакого отношения к рисункам этого Брославского вот эти иллюстрации не имеют. Это чисто фантазия иллюстратора. Это, кстати, который... правда, потому что если мы бы вели учет времени, то фиксированное время занимает путешествие между островами. То есть нет никакой разницы, на какой остров вы поплывете, вы потеряете фиксированные 10 минут. Ну да, если так рассуждать, то острова расположены в виде круга, а вы находитесь в центре этого круга. Да, кстати, да, голосуйте, нажимая кнопку варианта, а не кнопку острова. Ну, в смысле, вам надо писать именно за вариант, а не за остров. То есть ну, да. На третий пишите один, на четвертый два, это если кто-то сбился. Так, у нас прошло сколько? Две минутки, и мы плывем на... Мы плывем на третий остров. На третий. Убеждает номер три. Давай, зачитывайся. И как его номер там? 233. Ча.
Почва под ногами каменистая. Весь островок представляет собой несколько холмов, на которых почти ничего не растет. Желая посмотреть, живет ли кто-нибудь на нем или же он необитаем, вы начинаете нелегкий подъем на ближайший холм. Склон его достаточно крут и проходит немало времени, пока вы наконец добираетесь до вершины. Но вот и награда за усердие. На соседнем холме мелькнула тень человека. Да-да, нет никаких сомнений, что это именно человек, но заметил ли он вас? К тому же, кто знает, друг это или враг. Можете попытаться позвать его, надеясь, что это кто-то из тех, с кем вы встречались раньше. Если знаете его имя, напишите над каждым из букв его составляющим его порядковый номер в алфавите, сложите эти числа между собой и прибавьте 100. Если действительно ваш знакомый, он откликнется. А если в фотографии, которую вы смотрите, речь идет о другом, значит, вы обознались. А для второй попытки времени не осталось. Теперь можете либо покинуть остров, потеряв на нем полчаса, или попробовать догнать человека. Я просто отмечу, что это не хуёвый такой чит-энджин из 92-го года, бля. Ой, чит-энджин, этот античит. Прикинь? Так, ну, мы не знаем его имени, а... И Боцман. Юнга! Да-да-да-да-да-да. А я-то думал, что Сарфорс был пиздецом. У нас, кстати, варианты есть, смотрите, какие. Мы можем... покинуть остров или догнать смотрите, человека. Смотрите, у нас... Как звали у нас... этого, как его зовут? С нами чувака, который мертв был. Джон. Который жопой кверху там плавал. Джон? Да, но это не он. Ну, а вдруг это он? Дай, а дай может, проверим. А может, это Шелтон? Ну, давай ради интереса проверим. Смотри, значит, буква D... Я так понимаю, что Джон надо писать по-русски. D-G-O-N, ну, да? Значит, буква D это А, Б, В, Г, А, Б, В, Г, Д. Это пятая буква, это пятерка. Ж это что у нас? Ж это ситуация экономическая. Так. Ну, короче, ты будешь считать или нет? Нет, смотри. Ты серьезно предлагаешь мне сейчас учить? Почему нет? Ну, кому? Ну, Джона узнали. Ну, окей, давай, Ж. Ж это восьмая. Диме пальцев не хватит. Он, блядь, не может до трех сосчитать, как мы выяснили недавно, а вы тут. Так. Так, погоди. Вы пока можете голосовать. Мы проверим, действительно ли это Джон. 16. Вы можете голосовать, пока за что мы делаем. Мы уезжаем с острова или догоняем этого человека? 15. Так, у нас 5. Что надо сделать? Между собой. Так, 5 плюс 8. Да? Сложить числа между собой и прибавить 100. 5 плюс 8. В алфавите надо читать все 33 буквы. 16 плюс 15 плюс 100. Так, это 144 получается. Да, либо попробуй 254. Почему? Ну, потому что там написано, что можно попробовать прибавлять еще 110. Или... Да, написано там. Так, или 254 еще. Да, 254. Да. Так, нам сейчас надо перейти на... Еще есть вариант, что это Шелтон, он правильно пишется. 144. Ну, давай я посмотрю сам. Нет, это красиво. 144. Мы любуемся красивым фонтанчиком и 254. Надевай теперь на палец. Нет, это не то. Значит, Джон не подходит. Имя Джон не алло. Давай Шелтона попробуем. Так, ты... Так, мы на третий остров плывем. Так, Шелтон. Хорошо, Шелтон. Так, Ша это у нас чего? Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, это 25. Плюс 6. А, в смысле, 26-я. Шелтон через Т. Да, через Т. Так, чатик, сосчитай за нас, пожалуйста. Все должно получиться. Потому что мы умрем. Шелтон. Ш-Е-Л-Т-О-Н. Да. И не забывайте еще считать там буквы Ё, там мягкие знаки. Да, прочее, абсолютно все это считается. Нужно все буквы считать, все 33. Господи, Макс, ну камон.
Чего? Камон, я жду пока... Алфавит. Таблица. Чатик сделайте, у меня все работает. Русский язык. Делегирую иногда полномочия, Дмитрий. Хорошо, хорошо. Значит, букву Ш, это 26, пишешь? Нет, подожди, вон нам уже посчитали. Давай. 26. Нет, давай еще раз посчитаем. 26 плюс 6. Плюс 20. Плюс... А, плюс 13. Плюс 13. Плюс 20. 13. Плюс 16. Плюс 15. 15. 96. Да. Плюс 100. Прибавляй 100. Так. 196. Так, я же почитаю. 196 глава, это вы можете взять изящную фигурку дельфина. Нет. Нет. А если... Сколько 110? Там? 110, да? То будет 200... Нет, 300 будет. 306, да? Не-не-не-не, стой. Будет 206. 206. Математики хуй. Тюм, 206. Если 196 и 110. 306, окей, хорошо. Все. 306, да? Да. Или 206. Неважно, я посмотрю и то, и то. Завтрака стучится считать. Примерно так это происходит, да. Не сворачиваю с выбранного пути. Нет, это не то. 306. Джон устремляется к картине. Нет, это не то. Джон уже никуда не устремляется. Он устремляется жопой. Да, ну, короче, что, обломались мы. Так что голосуем за... пойдем по голосовалке. В голосовалке нас побеждает вариант «догоняем этого человека». Еще полчаса вы тратите на то, чтобы обшарить весь остров, но незнакомец... Кашляет очень плохо, незнакомец. Пиздец. Но незнакомец как сквозь землю провалился. Ничего не остается, кроме как отправиться в освоясь. Вы и так провели на острове целый час. Итак, 358. Теперь что у нас? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 или 13? Так, сейчас я сделаю голосовалочку. Какой остров? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Бам. 10 вариантов всего. Mm-hmm. Отправляем в чат циферки. Да, я, кстати, напомню, что функция сейва все еще доступна, но мы пока никуда не движемся. Угу. Особо. Текст. Откуда тебе музон играет туда? Из корсаров первых. А, класс. Да, я что думаю, настроение создается, все дела. Да, я прям чувствую. Я, правда, его не слышу, но не важно. Кстати, нифига он не по пунктам голосует. В смысле не по пунктам? По пунктам. Ну, пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всего 10 вариантов. А то, что острова, ну, называются не под такими номерами, ну да, так и есть. Забавнее всего будет, если на этих островах так и не соберем нужного барахла. Да, скорее всего, так и есть. У меня почти нет сомнений. Так, у нас... Там какие-нибудь жемчужины лежало там возле мельницы ебучей. Вот обидственно будет. Стопудово, да. Не надо писать цифру острова. Мы пишем цифру варианта. Ну, то есть, если вы хотите проголосовать за четвертый остров, отправляйте цифру 1. Ну, камон. Вы чего? Интересно, хоть одну книжку Брославского кто-нибудь прошел без читов? Сложный вопрос. Жемчужина лежала под камнем на старте игры. Почти наверняка, сука. Или Джона не надо было убивать, и он там как-нибудь помог найти что-нибудь. Ой, смотри, что это лежит в воде. Да-да-да, а потом жопой кверху. А Брославский еще что-то делает, но он ебет нам мозг в данный момент. Так что вполне. Так, в голосовалке побеждает остров номер 4. Остров невелик и весь покрыт дубовой рощей. Входите в нее, но сколько ни бройте среди деревьев, ничего... А, нигде не видите ни души. Лишь филин летает по пятам, да подозрительно ухает, когда подходите близко к дереву. Если есть... Такой, ух, бля! Ух, бля! Ух, бля! Да, ухает. Ошабуй, Аня, аж кора отклеивается.
Если есть перо филина, можете воспользоваться им. В противном случае вы потеряли на острове полчаса и покидаете его ни с чем. Однако есть еще одна возможность приблизиться к филину и попытаться познакомиться с ним поближе. Не, я обожаю эту книжку. То есть ты, блядь, искренне надеюсь, знаешь, в традициях... А у нас есть перо филина? Нет, нету. Нету, да? Лучше в лучших традициях видеоигры, надеясь на то, что ты, короче, сейчас, блядь, просто начнешь собирать лут перед битвой с финальным боссом, тебя игра наебывает. Ну, почему наебывает-то? Ну, потому что... Это вопрос реиграбельности, Максим, ну, камон. Мне кажется, мы никогда не пройдем эту игру просто потому, что вначале проебали половину артефактов. Да! Такое тоже возможно. С другой стороны, там не говорит, там не написано «говорим с Филином», там написано «приблизиться к Филину» и «попытаться познакомиться с ним поближе». Мне очень нравится, напишет мне «усукобляйте ситуацию». Да. У кого-то там двойка на механической клавиатуре заела. Я, кстати, могу сказать, что если вы несколько раз голосуете, мне прям в влоге пишется, что already voted. Так что нет смысла отправлять несколько раз. Ох ты, оказывается, в 17-м у него вышла новая книжка. Да, и что за книжка? Верховный жрец Айригаля. Ну-ка. Мне же любопытно стало. Да, действительно, книга-игра. Надо же. Верховный жрец Айригаля скачать. Ты думал. Ты же я мразь иногда. Я, кстати, эту книжку могу купить. Она у меня в Хобби Геймсе продается. Так. Надо добавить. Если вы понимаете, о чем я. А если носорога позвать? А то что он ухает-то? Так, 2 минуты прошло, и побеждает вариант говорить с филином. Давай, читай. 624-й. 624-й, секунду. У меня PDF-ка, в отличие от тебя, классного. Приближаетесь к филину и пытаетесь заговорить с ним. Вместо ответа птица неожиданно кидается в бой, и только быстрая реакция позволяет уберечь глаза от острых когтей, но потеряете все же 4 выносливости. Остается одно — покинуть остров, бессмысленно проведя на нем 40 минут. 258. Так. 258 — это опять выбор, наверное, да? С 5 по 13. Да, читая, мы бессмысленно проводим время на этих островах. Даже и филин считает, что мы долбоебы. Да, да, так и есть. Просто а букля... Вот там пятый, да? Да. Просто букля ждала Гарри Поттера, а приехал какой-то хмырь. Классик. Осталось 9 вариантов. Да. Верховный жрец и регаль. Можно попробовать в нее поиграть, потому что в отличие от предыдущих игр мы в эту не играли никогда. Да, кстати. Ну сейчас давай этот стрим все-таки попробуем закончить, а в следующий раз можно ее скачать. Кинул ее тебе в запрещенный мессенджер. Проверяй! Для тех, кто будет к нам доебываться, я сегодня, завтра схожу и куплю ее, если что. Так. Ага. Ух ты, классно. Окей, ладно, все. Тут народ там потихоньку голосует. Но у нас пока подавляюще побеждает пятый. Логично вполне, наверное. Да, народ просто по порядку пошел. Очень нравится при этом, что никто не хочет сохраняться, или просто нам никто не хочет заносить. А мы что-нибудь вообще получили? Вот мы скатались. Нет. На второй, третий, четвертый. А мы получили остров. На первом острове Сорок, рок. Да? Да.
Не, подожди, не рог, а как он? Ну, рог, мы самона получили носорога по рогу. То есть у нас теперь нарог рыбы, самонится носорог. Понял? А-а-а, ну то есть если что, мы можем... А ты вспомнил, что там на последнем острове было? Я вспомнил. Я помню, да, помню. Выбили да. нас там. Опа, что так происходит? Что такое? Всякое непотребство происходит. Так, ну что, плывем на пятый? Нет, погоди, они с седьмым сравнялись. Да-да-да, у нас как это... Ничья, либо пятый, либо седьмой. Ну и что, давайте, голосуйте кто-нибудь. Куда плывем-то? Мы можем сейчас запустить следующую голосовалку, выбрать либо пятый, либо седьмой, ну как вариант. Седьмой победил. А, вот, один человек переголосовал. Так, седьмой победил, и мы да, плывем все. На седьмой. Читай. Седьмой остров, это у нас 535 параграф. 530, давай. 535. Неожиданно над островом показался крылатый лев. Он опускается на землю, и шкура его отливает на солнце золотом. Первый ваш порыв — кинуться обратно в море так быстро, как только возможно, ведь лев, без сомнения, серьезный противник. С трудом, но все же удается взять себя в руки. Подбежав к тому месту, где он опустился на землю, вы обнаруживаете, что лев вас не заметил и забрался в логово, темную пещеру. Если есть желание туда лезть, и к тому же у вас с собой есть рыбка-фонарик, то зажгите ее. А если рыбки нет, то 191. Ну а если предпочтете убраться с острова по добру по здорову, не выясняя отношения с львом, то сделайте это, потеряв 20 минут. Рыбки, итак, у нас нет рыбки. У нас нет рыбки. Значит, лезем ли мы в темную пещерку? Ты знаешь, у этого льва такой вид, как у меня утром. Набить ебало льву! Ну, камон, это же неверная шпага короля. Я просто напомню, что в прошлый раз, когда мы играли в книгу-игру, это была реально книга. Вот, прям бумажная. Вот, у нас там все происходило очень просто. Мы просто ходили и вырезали нахуй всю Францию. Это вечеринка полная отстой. Я, бля, ненавижу этих людей. Примерно так мы проходили. Я напоминаю, что если у нас нету фонарика, то, скорее всего, нас сожрут в темноте. Там, и на этом наши приключения закончатся. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Мы реально там человек 20 в барной драке положили. Да, да! Причем особенно кровавым способом. А потом еще от стражи удирали, положили еще 50. Мы, кстати, по-моему, так и не закончили, да? Да. У него еще есть, кстати, это повелитель безбрежной пустыни, или как так называется? Да. Там типа про приключения в Сирии. Вообще, что за мразь-то, господи. Так, сейчас лев нам в темную пещерку, да? Да, так и будет. Я говорю, рыбки фонарики. Тут, знаешь, вот всегда в этих параграфах, ну, тебе просто, блядь, прямым текстом тебе намекают, что, чувак, у тебя нету рыбки фонарика. Может быть, не стоит лезть в темную пещеру? Дело происходит в Костове, да. В общем-то, мы в ней живем. Так, 2 минуты прошло. И мы лезем в пещерку. Да, 191. Проверьте свою удачу. Если вы удачливы, то 308. Мы удачливы. Мы удачливы. Да, вы осторожно пробираетесь внутрь пещеры, как вдруг вдалеке раздается предостерегающее рычание. Придется разговаривать с крылатым львом в темноте. Но прежде чем это сделать, помните, не случалось ли вам атаковать карлика, лодочника? Стражу входа. Карлика, лодочника, стражу входа в подводное королевство или солнечную рыбу, а может быть сразу двоих. Тогда кого? Стражи карлика, карлика и лодочника, лодочника и солнечную рыбу или рыбу или водяного? Мы ни на кого не напали, по-моему, да? Да. Вообще ни на кого. Вообще ни на кого. Если вы умудрились не напасть ни на одного из четырех, то 97-й параграф. 97. Давай. Кто-то из чем пришел, спрашивает лев. Вы отвечаете, что пришли с миром и просите у многоуважаемого льва прощения за причиненное беспокойство. Благородное животное оценило вашу вежливость.
Теперь она настроена более благодушно и можете попросить о помощи. Как ни странно, лев не заставляет долго себя упрашивать, а он согласен помочь. Когда возникнет необходимость позвать его, вычтите 296 из номера параграфа, на котором в то время окажетесь. После этого выбираетесь из логова крылатого льва и покидаете остров, проведя на нем 35 минут. Лев минус 296. Минус 296, чтобы вы понимали, типа, кого мы били, а потом откатывались, и в итоге мы прошли, никого не убив. То есть, просто тут надо понимать, что мы откатывались каждый раз в прошлом прохождении. Так, у нас какие варианты? Пятый, да? Пятый, шестой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцать. Нет, подожди, пятый был, наверное, уже. Пятый не был, мы не плавали на пятый. Мы седьмой выбрали вместо него. А почему у нас тогда девять вариантов как было, так и осталось? Потому что... Пятый, шестой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый или тринадцатый. Ладно. Не-не, стража была до отката. Нет, не было. Короче, мы запутались таймом. А, седьмой был. Дайте, я остановлю туда голосовалку, я понял, все. Так, Харухи Судзуми отправил 1000 рублей. Да. Сейвимся. Ей! Это какой у нас был? Это у нас был... 324-й параграф. Напишешься? Да, я написал. Угу. Да, точно, седьмого же. Мы же в седьмом уже были. Угу. У нас пока пятый и двенадцатый между собой воюют. Народ, вы только там это учтите, что на последних островах последний раз на 13-м нас выебли. А я так понимаю, что на 13 надо пойти, собрав все артефакты. Ну то есть это логично. Ну понятно, да. Вообще довольно странно, что он не придумал что-нибудь поинтереснее. То есть реально у тебя такой довольно глубоватый выбор с этими островами. Так, ну, у нас почти разделились мнения. Либо пятый, либо двенадцатый. Убеждают? Итак. И так. Что, у нас есть сейф. Можем лезть на двенадцатый, да. Ну, вообще, да. Харухи Судзуми вас сохранила. Меланхолия Харухи Судзуми. Так. Так, итак, побеждает пятый остров у нас в голосовалке. Ну, давай, 418-й, читай. 418-й. Давай я буду читать, а то у нас сегодня что-то с горлом у тебя не так. Я прям слышу, что Максимке плохо. Как только вы ступаете на землю острова, волшебство переносит вас в покои короля водяных. Если вы уже встречались с ним, то 477, если нет, то 37. 477. Мы встречались с водяным, да. Если у вас есть кольцо с трезубцем, то 92, а если нет, 571. Он давал у нас нам, есть кольцо? Нас, он давал нам это кольцо. Стой, кольцо? Подожди, кольцо с трезубцем, у нас не было его. Не было. 571. «Я вижу, тебе не слишком помогло то, что ты получил от меня», — говорит король. «Но это не моя вина. Ты сделал свой выбор, и здесь я больше ничем не могу помочь». Вы пытаетесь уговорить короля не лишать вас своего покровительства, но король отвечает. «Я лишь повторю слова, сказанные, когда все еще можно было изменить. Я помогу только мудрому и умеющему позаботиться о себе». После этого он делает знак рукой, и вы снова оказываетесь на одиноком пустынном пляже. Ничего другого не остается, как покинуть остров, проведя на нем полчаса. Ква-ква-ква. Ква-ква. На какой из островов, где вы еще не были, хотите отправиться теперь? Кстати, почему-то игра считает, что у нас мы не были на первом и втором. Нет, а она предлагает вернуться тебе на них. Ладно. Итак, какие у нас варианты? 6, 8, 9... 10, 11, 11 и 13, да? 12 так? И 13. А 12 мы только что не были? Нет.
Поехали. Книга шеймит тебя. Сожги ее нахуй. Я не могу сжечь монитор. Сорян. Так. Ну, предсказуемым образом побеждает шестой вариант. За левые числа голосуем, блядь. Да ёб вашу мать. Барсик, спокойно, спокойно, все хорошо. Что не так? Интересно, а про что его новая книжка на коллеге, я посмотрю. Спойлер! Не, про Барла Дотерта! Ты серьезно? Я почти уверен, блядь. Киновселенная. Книга вселенная. Брославский Cinematic Universe. Голосовалка путает номера и значения. Видимо, можно отправлять для голоса и значения номер. Так, тогда мы... Нет, она не путает, она проверяет только цифры, она не проверяет... Содержимое то, поля текста. Да. Так, ну что, у нас побеждает... Две минуты прошло, победил шестой остров. Ну, все очень логично, люди хотят прям в порядочку. Читаешь? Шестой остров — это 395, да. 395. Остров пуст и абсолютно гол, но в воздухе явственно носится какое-то ожидание. Подождете? Неизвестно чего. Или покинете остров? Ждем или покидаем? Подождем? Ну его нахуй. Подождем, неизвестно чего? Так, а знаете про что? О, бля, там такой пиздец, графомания. Ой, ё-моё. Ну это же этот. Знаешь, на что она похожа? Она похожа на первую книжку. Которая «Подземелье Черного замка». Там тоже магия, тоже... Барлдерт. Королевство Элгариол. Но только, видимо, другое какое-то. Сейчас вылезет Торнштейн и выебет нас. Да уж. Подождем у моря погоды. Ну, присаживайся, сталкер. В общем, иду я один раз по зоне. Вижу, контролер на меня идет. А я такой ему говорю: «Ха, ты что здесь забыл? Это же книга про Славского». Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смешно же, сталкер. Так. Ждем, мы ждем. Ну, что, у нас уже почти 2 минуты? У нас 2 минуты прошло. Побеждает вариант «подождем», и вариант «подождем» — это у нас 299. Интуиция все же подсказывает, что стоит остаться и подождать. Ваше ожидание оказывается вознаграждено. Через несколько минут на горизонте появляется точка, которая быстро растет, пока не превращается в корабль под всеми парусами, летящий к острову. Почти сразу же становится ясно, что без волшебства здесь не обошлось. Это судно передвигается значительно быстрее всех известных вам. Не проходит и 5 минут, как прекрасный корабль бросает якорь недалеко от островка, и уже удается как следует рассмотреть его. Это большой 3-мачтовый галеас, вдоль бортов которого выстроилась закованная в латы команда. Керасы золотом сверкают на солнце, и вы понимаете, что можете легко стать пленником этих неизвестных воинов. Тем временем на воду уже спущена шлюпка, которая направляется к острову. По пышному плюмажу на шляпе одного из моряков нетрудно догадаться, что это офицер. Он сходит на берег, сразу же направляется к вам в сопровождении 4 воинов.
Офицер говорит, что его послали специально для того, чтобы доставить вас к его командиру. Пойдете с ним или окажете сопротивление? Кстати, если вы не засейвились, я советую, парни. Так, это у нас... И голосовалка, не появляется что-то. Не появилось. Драка за гаражами. Подачки они тут суют, понимаешь ли. Вырезать всех и сжечь корабль. Битва, да. Драка-драка. Битва за гараж. Битва, драка-драка. Будет драка, точно будет. Битва, за гараж. Битва, точно будет. Будет драка, точно будет. Смотри у нас, как это народ разделился. Смотри. Ну, у нас есть агрессивные слушатели, а есть не очень агрессивные. Все нормально. Да. Оставить надо было на нефть до того, как Иран начали бомбить. Так. Офицер говорит, что его послали специально для того, чтобы доставить вас командиру. Пойдете с ним или окажете сопротивление? Там опять у кого-то цифра заглючила. Это у Лирика СПБ. Ну, блин, ну, чувак, почисть клавиатуру, рили. Так. Драка! Че, командира выбьем, давай! Это в мои планы не входило, такой персонаж. Не ебет! Так, 2 минуты прошло, и побеждает вариант пойти с ним добровольно. 511. Сейчас я нажму. Вы соглашаетесь пойти с офицером, решив, что для последнего боя время еще не настало. К тому же рассчитывать на победу над 5 противниками одновременно просто смешно. Да и пока корабль на рейде, ускользнуть с острова вряд ли удастся. По дороге к шлюпке охрана немного приотстает, а офицер в полголоса спрашивает: «Нет ли у вас парочки изумрудов?» Если хотите признаться, что они есть, то сделайте это, а если нет, то 322. У нас есть изумруды? Нету. 322. Вы говорите, что не понимаете, о чем он спрашивает. Офицер смотрит подозрительно, недоверчиво, но в это время солдаты вновь приближаются, и разговор прекращается. Вы садитесь в шлюпку, которая быстро доставляет вас на корабль. Поднимаясь по трапу, неожиданно чувствуете сильный удар сзади по голове и без сознания падаете на руки сопровождающих. Офицер не обманул. Ему действительно приказали доставить вас. Не упомянул ли он только об одном – доставить живым или мертвым. Он предпочел последнее. К чему лишние хлопоты? А я говорил, сохраняйтесь. Давайте мы ждем 2 минуты. Если, короче, доната за возвращение на остров не будет, то мы откатываемся на 324 параграф. Угу. Сказал же драка. FFF. Ну да. Так и есть. Драка. Не поможет. Потому что там пиздец наверняка. Драка могла бы помочь, но не в этот раз. Я, кстати, напомню, что последний сейв был 12 минут назад, если что. Так. Какой там был 324? 24, да. Угу. Так, ну еще. Ладно. Окей, мы возвращаемся. Так, у нас опять выбор островов. Так, какой там 6-й, 8-й, 9-й, 10-й? Какой? Это мы 7-го вернулись. Так, мы на каком были уже? Мы были на 8-м сейчас? Нет. Кстати, нет, на 8-м мы не были. Просто где мы вайпнулись, надо понять, на каком острове.
На шестом? На шестом, да? Ну, сейчас, посмотри. Сейчас проверим. Да, на шестом острове мы вайпнулись. На седьмом мы уже были. Подожди, а может люди хотят сходить на шестой? Так что, может... Нет, мы на шестом вайпнулись. Другие. Ну, давай. Ну, мало ли, вдруг. Угу. Вдруг можно с ним договориться. Ну, кому? Ну, хорошо. Эйзет занес нам 1 евро. Спасибо, чувак. Кстати, мне доехала твоя лампа. Она отличная. Сейчас лежит у сына в кроватке, светит. Угу. Большое тебе спасибо, чувак. Так. Председатель клуба душнил и зануд занес нам 50 рублей, когда Морза из гаража выпустите. Он заперся и не открывает. Так, я вот только не понял, 1 евро пришел один раз или 2, ну ладно. 1 вроде. Так. А люди хотят на шестой остров опять. На шестой? Ничего вас жизнь не учит. Так. Не. Ну что, ожидаем или покидаем? Ну, подожди, стой. Нет? Возвращаемся? Шестой остров — это сразу драка, пацаны. Сразу. Вот сразу драка. Давайте сразу посмотрим. Ну, на шестом, да. Мы на шестом как бы будем сражаться. Прям даже пиздиться будем. А может, народ хочет попиздиться? Так, председатель клуба душнил зануд занес 50 рублей. Когда я Морза из гаража... А, все, окей, все, извини. Да, Морза заперся не открывает. Не выходит на связь. Небось опять о своих мотоциклах думает. Мотоциклы, мои мотоциклы. Стучишь ему в гараж, он говорит, я вас не звал, идите нахуй. Да-да-да-да-да. Так. Ну что, я думаю, через 2 минуты у нас вполне очевидный лидер. Ну, у нас уже сейчас очевидный лидер, я потому что думаю, что бессмысленно. Да, шестой. Хотя, давайте подождем секундочку. Нет, ну ладно, 2 минуты прошло. Шестой остров, понятно. Нажимай на 6, нажимай на ждать, нажимай на драку, потому что... Сопротивление есть. Мы... Едва вы успеваете схватиться за рукоять меча, как офицер выхватывает из-за пояса пистолет. Увы, за время подводных путешествий вы отвыкли от современного оружия, а живете-то уже в 17 веке. Конечно, против пистолета вы бессильны, и не остается ничего другого, как подчинить. Давай, жми. Что я вам могу сказать, господа? Очень мудро. Итак. Возвращаемся на 324-й, да, получается? Да. Так, поплывем. Так, я шестой пункт убрал из списка, так что давайте. Крысы! Ну, слушайте, с третьего раза же точно прокатит. Не, ну а вдруг? Как бы это поможет? Ну вдруг. Вдруг мы сейчас соберем какие-нибудь клевые артефакты и сможем затащить катку. Как ты думаешь? Хотя у меня есть такое подозрение, что не надо было нам тому, скажем так... Кому? Нашему помощнику Джону. Помирать. Посылать его вперед не надо было, да. Пусть бы он был с вами, это было бы хорошо. Опять же, на острове можно уединиться, вот это все. Да. Надо было льва призывать. Там обозначается, когда ты можешь это делать. Да, там в тексте должно быть. Типа, если у вас есть лев, то призовите. А если нет, то пошел ты нахуй. Барсекс, пиздец, опять сольемся сейчас. Да, это книжный Dark Souls. Я еще раз напоминаю, что нам продюсер Dark Souls 2 говорил на Игромире, что типа, Миядзаки-сан очень сильно вдохновлялся книжками и играми. Угу. Оно и заметно. Так, это вы неплохо придумали с интерактивным квестом. Это не мы придумали, это Брославский придумал. А мы мучаемся тут по остаточным. Так. Что у нас там? Какой? Чуваки, не плывите, блядь, на 13-й остров. Ну, просто люди не знают, что там произойдет. Ну, давайте подождем еще минутку. Так, я сразу подготовлю. Мы можем слетать сразу на 13-й остров, просто чтобы понять, что это что-то было. Так вот, у нас народ за 8-й переголосовывает. Да, потому что не надо 13-й.
почему? Не, ну а это должен быть как бы вариант, который... валидный. Вы чего? Хотите на 13-й, полетим на 13-й, что проблема. Ну, побеждает в любом случае. Восьмой. Восьмой это у нас... Я знаю, где капитан. Мэтт Морзо из Playing Tom Clancy с Rainbow Six Siege. Да. Сотый параграф. Так. Вы выходите на берег небольшого островка, вернее, скалы, одиноко торчащей из воды. Завидев вас, из гнезда на самой ее вершине появляется какая-то птица и кругами начинает спускаться вниз. Когда она приближается, становится ясно, что это гриф. Если хотите сделать так, чтобы он узнал вас, то поторопитесь, иначе с кровожадной птицей придется драться. У нас есть что-нибудь, чтобы нас узнал гриф? Нет. Если вам удается убить его, то с острова вы уплываете, потратив на его посещение 40 минут. 555-й параграф. Соответственно, 9, 10, 11, 12, 13. 555-й. Так, какой это был 8-й, да? Да. Значит, 8-й я убираю. Бам. Кровожадный гриф, да. Снова какого-то айтему нет явно. Снова! Да. Не снова, а опять. Ну, камон, книжку-игру нельзя пройти... Насколько? Со всеми, да. Нет, со всеми предметами. Это же, она же не рассчитана на то, что читатель будет знать, что делать. Так что идея, скорее всего, в том, что можно было пройти и малыми силами. Мы что за этот вообще трай пробегание через эту книжку? Мы что смогли? Мы смогли... Льва, да, у нас... У нас меч, это... медальон, рог рыбы с носорогом, диадема, фигурка, позвать дельфина, рыба-молот, одна еда, бубенчик. И... Ну, позвать дельфина мы уже зовем, и потому что мы ездим на этих островах. И лев. Да, вот теперь лев у нас есть теперь. Можем звать льва. Левушка, домой! Лева! Лева, не плакать! У меня просто сына львом зовут. Да. Так. Да-да. Так, ну у нас 11-й остров побеждает. Пока, правда, проголосовало. Не очень много народу проголосовало, да. Давайте активнее, пацаны, девчонки, давайте, жмите циферки, соответствующие тому варианту, на который вы хотите поехать. 1, 2, 3, 4, 5. Всего 5 вариантов. Да, ты знаешь, что я с ужасом думаю? Что этот человек ведь мог пойти в геймдизайн. Меня просто пугает этот, знаешь, такой российский Дэвид Кейдж. Бессмысленный, беспощадный. Но, вот, если ты Детройт проходишь там просто так вот, а ты здесь, блядь, ты не нашел диадему в самом начале игры. Ха-ха, лошара, ты не посмотришь финальные титры, потому что ты сдох, говно. Пошел вон. Да, вариант. Так, 2 минуты прошло, и народ голосует за 9-й остров. 84-й. 9-й, да? Mm-hmm. Так, сейчас. 84-й параграф. Нам подсказывают, это Дубовский. Ну да, в принципе, да. Да. Небольшая хижина, которая виднеется на островке, вселяет надежду, что вы не впустую потратите время. Выйдя на берег, торопитесь к ней, однако она оказывается совсем не так близко, как предполагали. Хозяин хижины встречает на пороге. На нем старая полинявшая тельняшка, холщовые брюки, заправленные в сапоги. Он слегка похож на того боссмана, которого вы знали в детстве. Похож он... Сука... Похоже, он поселился на острове не по своей воле, а тоже стал жертвой то ли неведомых сил, то ли обычного кораблекрушения. Так или иначе, но неухоженность постройки говорит о том, что это произошло не так давно. Если у вас есть гладкий камешек, лучше сразу попробовать показать его моряку, а если нет, думайте, о чем будете с ним разговаривать. Угу. У нас есть гладкий камешек? Нету. С... 157-й. Вы рассказываете моряку свою историю, которую он выслушивает с нескрываемым сочувствием.
Однако, когда обращаетесь к нему за помощью, он отвечает, что жизнь научила его не ввязываться в дела, не имеющие к нему никакого отношения. В свое время некто прошел мимо такой же моей просьбы. «И вот почему я здесь», — произносит он фразу, смысл которой не совсем ясен. Теперь можете либо покинуть остров и негостеприимного хозяина, либо попытаться расспросить моряка о близлежащих островах. Итак, у нас варианты. Голосуем, дамы и господа. Что-то у вас ни хера нету, да, это правда. Ну, это все, что классика, у нас было оставлено на дне моря. Жестокого моря. Итак. Ну, тут, мне кажется, без вариантов, на самом деле. Так-с. Ну да, нет смысла ждать окончания голосовалки, потому что понятно, что 100% наших зрителей хотят, уплыть, чтобы мы его расспросили, да, о чем-то. Ну давай, девятый параграф. Итак, девятый пункт. Блин, далеко мотать-то, ё-моё. Вы спрашиваете моряка, не знает ли он, кто живет на соседних островах. Он может что-то сказать только о двух. На одном поселились морские рыцари, другой необитаем. На все остальные вопросы добиться ответа не удается. Более того, он дает понять, что вы и так уже злоупотребляете его гостеприимством. Ничего другого не остается, как покинуть остров. Гостеприимством? Это называется гостеприимством. 530-й. Угу. Это, видимо, выбор опять, да? Да, так и есть. Так, значит, какой у нас там был остров в... Так, здесь у нас... Да? Да, нет, 9-й это был. 10-й, 11-й, 12-й, 13-й. 10, 11, 12, 13. Охуительно, да, подсказка типа, а на нем живут и морские рыцари. Охуй. А второй не обитаем. Ай, да. Да, пока-пока. Ты кто такой? Я тебя не звал, иди ты нахуй. Да. 4 варианта всего осталось, пацаны и девчонки, немножечко. Мы я уже прям предчувствую развязку. Мы приближаемся просто, да, к очередному экрану, вы умерли. Просто неумолимо, я бы сказал, к нему движемся. Итак, приближаемся к концовке эндгейма. Да-да. Как-то так. Главное, что нас опять не грохнули где-нибудь. У нас, кстати, так много вещей, и мы использовали, по-моему, только фигурку дельфина один раз, да? Что-то как-то да, у нас много барахла. Ну, знаешь, как в Скайриме набрал, короче, ложек, вилок, батонов, там, прочего говна, а меч не взял. Угу. Убери курсор мышки, так раздражает. А что, а его видно, да? Конечно, видно. Ты же захват включил мышки. Убери курсор, захват курсора убери. Сейчас, кстати, это важный момент. Погоди, устройство... На захват окна, свойства на захват курсора. Там есть галочка. Да, я убрал. Угу. Это было сделано не со зла. У нас побеждает вариант 10-й остров. 10-й остров это 352-й параграф, 352. Вы выходите на небольшой островок, густо поросший лесом. Интересно, есть ли на нем кто-нибудь, кто бы мог помочь? Подожди секунду, у меня... Угу. Кот! Следы на песке свидетельствуют о том, что какие-то животные здесь водятся. Отправитесь на исследование острова или покиньте его, потратив всего 10 минут. Так, сейчас у нас запустится голосовалка. Короче, мы отправляемся на исследование острова или покидаем остров, потратив всего 10 минут. Я напишу сейчас. Угу. Значит, исследуем. Кидаем остров. Бам. Какие-то животные здесь водятся. Угу. Например, твой кот. Рок рыбы еще пишет.
Ну да. А что рок рыбы делает? Не знаю. Мы его не использовали. Рок рыбы там вызывает у нас, по-моему, этого льва. А, не, носорога, носорога. Ну тут да, тоже очевидно. Я думаю, что нет смысла голосовать вообще, потому что у нас уже 100% зрителей проголосовало за исследование острова. 401 параграф. Вы углубляетесь в лес и через некоторое время выходите к небольшому лесному озерку, на противоположном берегу которого пьют воду два оленя. Слышь, братян, смотри, гля-гля, два оленя стоят. Услышав шаги, один из них поднимает голову, но не убегает, вот олень. Спокойно возвращается к прерванному занятию. Похоже, олени либо совсем ручные, и тогда где-то поблизости должны быть люди. Либо они, наоборот, видят человека впервые в жизни, поэтому не боятся. Обогнете озеро и подойдете к оленям, или покинете остров. Подойдем к оленям. Ну его нахер. Да ну нахер. Отец. Да ну нахер. Отец! Не, ну ты видел, видишь? Да, да, да. Так, погнете озеро и подойдете к оленям. Все хотят подойти к оленям просто. Просто все. За оленя! За моего отца, да, 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 да. Во славу плети. Жизнь занырзула. Бэмбихнык. Да, потому что этим охотником были мы. За моего отца оленя. О, боже. Главное же что? Главное на газебу не боковать, как мы помним. Нельзя сотворить здесь. Да. Нужно больше золота. Ну, я думаю, тут... Опять работать. Я думаю, тут все вполне очевидно. Подходим. Да, все очевидно. Идем к оленям. 175 параграф. Вы подходите к оленям и пытаетесь заговорить с ними. Но все попытки... Ты чё, ебанутый? Ты чё, блядь? Что ты делаешь? Все попытки бесплодны. Животные не понимают человеческую речь. Кто бы мог подумать? Нихуя себе, срочные новости в 11. Напившись, они углубляются в лес, так и не обратив на вас должного внимания. Ну потому что они олени, пьяные причем. Можете последовать за ними, надеясь, что они выведут вас к жилью или покинуть остров. Вперед за оленями или ну нахер? Говорить с оленями. Вот олень. Так, голосуем. А у вас наемный помощник все еще мертв? Да, он плавает кверху жопой, прям в середине трона морского этого короля, и каждый проходящий мимо тритон трезубцем в попку так тычет. Значит, тут такой тест напида раса, да. Как Войта Камфа, а тут напида раса. Да. Стрим буферизируется по 100 месте начал. Странная хуйня. Добро пожаловать на Twitch. Да. У нас есть вялый гвоздь, олени. Да, здесь говёно, но ты свыкнешься, да. Так. Вперёд за приключениями 70%. Да. Ну чё, вперёд за приключениями? Походу, да. Давай. 25 голосов, да. Угу. 240-й параграф. Давай, мотайся, ё-моё. Так. Идете за оленями еще четверть часа, пока не понимаете, что это может продолжаться вечно, а времени у вас нет. Разочарованный, вы покидаете остров. 11-й, 12-й или 13-й?
Какие-то глупые у нас приключения. Тебе блядь, кажется, это просто приключение какого-то ебанутого аутиста в мире, где нихуя нет. Скорее. Так, это было 10-й, да? Значит, это 11-й. Твист достойный M. Night Shyamalan'а. Ну, это скорее что-то в духе российских сериалов. Просто где персонаж идет за оленем 30 минут, а потом выясняется, что олени идут не туда. Понимаешь, что главный олень — это ты. Кто смотрит эту херню? Такой, типа, знаешь, плот-твист в духе Шьямалана, да. Но Нинар, это все еще ты, игрок, да. Утки занес 5 евро. Сохраняем си. Так, это у нас 407-й параграф. 407-й, да-да-да. Сохраняем си, хорошо. Спасибо, Уткис. Бродишь час по подземелью за призраком оленя и получаешь... Нихуя! И знаешь, да. и так пафосно вылетает World of Warcraft. Не, yeah, directed by Hideo Kojima. Available now. Пустой открытый мир, разрабы халтурят. Да это, блядь, ж типичная песочница от Ubisoft. Это 4-й Assassin's Creed. Приплыл на остров, а там нихуя нет. Угу. Зато ты всегда знаешь, что такое бомбромселя или селя. И веселя. Фок-матч-то. Фок-матч-то, да. Книппель мне в задницу, вот это все. Так. 11-й побеждает. Так, сейчас. Не, пока еще подожди. Еще минуту только. Шанти там классный, бля, Шанти. Are you ready to sail for the horn? Сегодня нашел на Ютубе чувака, который поет Шанти. Именно он музыкальный историк, короче говоря. Ага. И он поет Шанти именно то, как они должны петься правильно на корабле. Его зовут Дэвид Коффин. И чё, да? У него просто невъебенно охуительный голос. То есть ты его слушаешь и такой, ну нихуя себе. При этом он очень здорово заводит толпу. И я сейчас скину в чатик его видос. Давай. Прям вообще... Побеждает 11-й остров. Так, сейчас, погодите, я все 282-й открою. Параграф. Давайте, переходим. Островок пуст и гол. Встречать вас никто не вышел, хотя вдалеке виднеется какая-то хижина. Но до нее не так уж и близко, поэтому решайте, покиньте остров или направитесь к хижине. Слушайте, давайте мы сразу выберем вариант, ну то есть, чтобы не голосовать зря. Mm-hmm. Короче, мы идем к хижине. Да. 459. Когда вы наконец... Когда вы добираетесь до хижины, затратив на дорогу гораздо больше времени, чем рассчитываете, то видите, что она пуста и давным-давно заброшена. Хотите осмотреть ее? Да, или покиньте? Осматриваем. 212. Вы внимательно осматриваете хижину. Повсюду виден толстый слой пыли, углы затянуты паутиной. Судя по всему, здесь когда-то жил рыбак. Перед домом растянуты сети для сушки, в чулане большой выбор снастей. Видимо, какой-то несчастный случай помешал ему вернуться домой. На столе видна немытая посуда, как будто хозяин ненадолго отлучился. Ничего интересного или полезного для себя, не говоря уж об оружии, вы не находите. Так что придется покинуть остров. Так, ну что ж. И обратно на 509-й, да. Ну, давай на 12-й остров сразу двигаемся. 12-й остров. То есть не будем голосовать, да? Да, это уже очевидно. Ну, логично, да. 456-й параграф. Берег, на который вы выбрались, пуст. Остров не так уж и мал, его покрывают холмы, а то, что находится за ними, с того места, где вы стоите, не видно. Хотите покинуть остров? Нет, не хотим. Или поднимитесь на ближайший холм, чтобы осмотреть окрестности. Поднялись на холм. Давайте осмотрим окрестности, да. Вы поднимаетесь на ближайший холм. С него открывается вид на узкую долину, по которой бежит веселая, быстрая речка. Но за долиной новая цепь холмов, все больше напоминающие покрытые лесом горы. Вокруг слышится пение птиц, но ни людей, ни животных не видно. Вернетесь обратно, покинете остров или спуститесь к реке напиться и посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного или полезного. Итак, мы восстанавливаем 4 выносливости. Спускайтесь к реке и жадно пьете, ведь солнце стоит в зените, а вы уже привыкли к морской прохладе. Больше около реки нет ничего интересного, и понятно, что блуждать здесь можно до бесконечности, но время не ждет. Проведя на острове 40 минут, вы покидаете его. Итак, мы плывем на 13-й остров и встречаем там... 569-е... А, подожди, сейчас. Это мы возвращаемся сразу на 13-й, да? Да, и мы не будем читать. Короче, мы встретили большого гиганта... так, давай я зачитаю, что не так. Mm-hmm.
Вы подплываете к центральному острову. Один вид его действует угнетающе, быть может, из-за крутых берегов с подступающими к воде скалами из черного камня, где не видно ни песчаных отмелей, ни пологих спусков к воде. Вы подтягиваетесь на руках, выбираетесь на широкую площадку, окруженную со всех сторон скалами. Пути вперед нет, за спиной море, а навстречу с противоположного края площадки быстрыми шагами направляется огромного роста человек. Несмотря на неправильные черты лица, он скорее по-своему красив, чем уродлив, но во всем его облике чувствуется мощь и скрытая угроза. Это враг, в этом даже не приходится сомневаться. Невольно сделав шаг назад и чуть не упав в море, вы достаете меч и готовитесь к сражению не на жизнь, а на смерть, понимая, что эта битва будет решающей, и на карту поставлено все. Так, 183. Рыбы ежа у нас нет, и нам придется сражаться. 388 параграф. Мне кажется, мы попали опять в бутлуп, потому что у нас же нет же ничего. Погоди. 388 параграф. Погоди, почему не находит? 380. Вот он. А, нет. Все, вот он. Пятнистая акула. 380. Нет. Какая нахуй пятнистая? 163. Ну, вы прыгаете в воду и принимаете... А, не, подожди, почему 388? Рыбу... А, ну все правильно, да, ты победил моего слугу, говорит великан, но не думай, что битва выиграна. Mm-hmm. Продолжим сражение в воздухе. Он хлопает ладоши, а над вами начинает кружить контр. Если вы можете позвать на помощь грифа или филина, сделайте это. У нас нету, по-моему, да? Что если же позвать? Нет, то придется к помощи крылатого льва. Крылатый лев минус 296. 369. Это значит... 369 минус 296, это будет 73. Так, 73, да? Погоди, сейчас. 73 да, параграф. Тут 73. Сейчас. Да, блядь. Сорян, парни. Сейчас. Это будет долго. Крылатый лев без промедления возникает в воздухе. Кондор атакует его и не дает опуститься на землю. Только теперь вы понимаете, насколько неудачен был ваш выбор. Птица молнией бросается на неповоротливого льва, стараясь выколоть глаза. Лев торопится достичь твердой почвы, но кондор залетает под него, с трудом уворачивается от когтей и клюет его в брюхо. И кондору удается выклевать оба глаза вашего союзника, лев падает на землю, он мертв. Вперед выступаете вы. Если вам удалось отомстить, то 429. Да. Мы только что тупо убили льва. Да, великан явно разочарован, но его сюрпризы еще не исчерпаны. Он отступает в сторону, и из-за его спины появляются три пирата самого свирепого вида. Если вы встречались с картиной, нет, не встречались... У вас есть союзники, льву пизда? Всем пизда у нас. Сражайтесь в одиночку. Стой, у нас есть... Стой. Нет. Что? Попробуй. Попробуй 429, да? Да, ну. Нам надо отнять 363. 66-й параграф. 66-й, да. У нас есть этот. Да, блядь. Носорог. Вы призываете на помощь сейчас. Носорога. Угу. Да. Если ваш союзник перевел всех пиратов, то он исчезает. Если нет, сражаться с ними дальше придется вам. Ну, предположим, носорог перевел пиратов. Да. 198. Нет, стой. Мы хотим ему помочь 148. Давай поможем ему. Значит... Да, 148. Для того, чтобы сражаться удобнее, разделите на две группы, порядок боя определите сами. Если повержены оба ваши противника, можете помочь носорогу. Когда убьете всех пиратов, носорог исчезнет. Если носорог первым победит противника, он может вам помочь. При этом, если бой продолжается с пиратами, то 598... Ну, короче, мы победили. Ну, так это что, 198, да? Да, 198 в любом случае. 198. Еще одно испытание позади. Помрачневший великан даже не считает нужным тратить время на разговоры. Хлопает ладоши. С неба спускается какая-то птица, до сих пор видневшаяся неуловимой черной точечкой. Когда она приближается, видите, что это не птица, а самый настоящий дракон весьма свирепого вида. Если у вас есть чешуйка морского дракончика, самое время использовать ее. У нас есть? Нет. Последняя надежда солнечной рыбы? Есть? Нет. В противном случае, ну, остается уповать на остроту меча. 293. Так, короче, 293, мы... выступаете в бой с драконом, вы победили, 476. Страшный дракон мертв. Страшный дракон мертв, но великан кажется лишь слегка огорчен этой потерей и только. Неужели он не боится, что перебив его приспешников, сколько бы их ни было, вы доберетесь до него самого? Но, видимо, до этого еще далеко. В воде у самого берега заметно какое-то движение. Это подплывают рыбы-солдаты. Их две, и выбравшись на берег, они оборачиваются закованными в латы воинами. Если кого-то из ваших союзников, способных сражаться на суше, еще может помочь вам, то позовите его. У нас кто-нибудь есть вообще? Давай попробуем 400... Нет, стой, у нас же не пропал он. 476... Отними
363. 476 минус 363 получается 113 пункт. 113. Призыв на помощь носорога, вы надеетесь, что он победит ваших врагов. Если ваши надежды оправдались, носорог исчезает. 217. Угу. 217. Рыбы солдаты уничтожены, но и ваши силы, силы уже на исходе. Неужели коварный великан приготовил какой-нибудь сюрприз? Но нет, кажется, он собирается сражаться с вами сам. Верный кодексу дворянской чести, вы не зовете никого на помощь. Поединок так поединок. Хотя противник уступал подло, прячась за спинами своих предшественников, вы не опуститесь столь же низко. Его огромный меч со свистом рассекает воздух, и битва будет нелегкой. Если у вас есть амулет, то 331. Если нет, то вам удалось уменьшить стоимость врага 12, то 150. Ну что, у нас есть амулет? У нас есть медальон, я вот не уверен, что это амулет, понимаешь? Ну да, попробуем. Он какой там, плюс что? Что нет, должно... ничего, а медальон просто медальон. Нет, у нас нет магии, у нас нет магии. Короче, 150. 150, да? Угу. Великан удивлен мастерством, ловкостью и смелостью соперника, начинает всерьез опасаться за свою жизнь. Его совсем не прельщает гибель от руки какого-то неизвестного авантюриста, забравшегося на остров и победившего всех слуг. Когда великан понимает, что вы его не боитесь и настроены очень решительно, он произносит какое-то заклятие, и меч тает в ваших руках. Честный поединок закончен. Пустив в ход магию, враг нарушил его условия. Теперь речь может идти о жизни или смерти. Если у вас есть амулет, то 341. Если вы по дороге случайно подобрали ржавый меч, то 348. Есть, он, да, он меч? Есть в эквипе. Мы его подобрали в подводном царстве. 348 параграф. Угу. Если у вас и в самом деле есть ржавый меч, равно как и желание воспользоваться им, несмотря на то, что подобный эксперимент далеко не безопасен, вдруг клинок ни на что не годен, то сделайте это. Но может быть время для него еще не настало, или у вас есть при себе амулет? Надо, значит... Сколько там надо? Так, ну... Надо... Та, не, у нас меч без прибавления параграфов, поэтому, ребятки... Ква-ква-ква-ква... У нас нет амулета, поэтому 609 параграф, а 609 параграф это, по-моему, смерть. У вас остается, остается единственный шанс поговорить с великаном, но, к сожалению, использовать этот шанс не удается. Довольный тем, что заклятие успешно подействовало, великан со страшным криком бросается вперед, одним ударом огромного меча сносит голову дерзкому сопернику. Тайна неведома так и осталась нераскрытой. Available now. Короче, если очень кратко, я предлагаю на этом сегодняшний стрим закончить. Вот, ты и... же, получается, смотри, получается, мы прошли по всем островам, собрали льва, который тут же... Короче, мы, в общем, запоролись где-то в самом начале. Я думаю, тогда, когда мы убили Джона. Да, я предлагаю, в общем, следующий стрим наш начать книгу с чистого листа. Либо начать другую книгу. Либо начать другую книгу, да. Так что... Давайте притворимся, что у нас есть амулет. Мы не знаем цифр. Да, в этом же проблема. Так что такая история. И на этой, я думаю, оптимистичной ноте. Да, грустно, но это так. Но я напоминаю вам, что предыдущие книги Юры мы так и не прошли. Ни одной, кстати. Да. Ладно, спасибо, парни, что смотрели, спасибо, что донатили. Давайте до следующего раза. Пока-пока. Пока.